Ну вот снова на донку решили половить. Карпа стоит наверху. Очень много. И такие по 2, по 3 килограмма, наверное. Не знаю, на эту камеру не будет видно. А на донке мелочь поддергивает, но не засекается. Опять дергает, что-то дергает. Мы будем ждать, чтобы засечь ее. На кукурузу стоит и на червя. Но червь сегодня земляной, не навозный. Ну ладно, будем ловить дальше. Посмотрим, что будет. Ну что-то взяло, лещ. С очки упал. Хороший. А, взяли одного. Зебись. Не ругайся матом, на камеру снимаю. Цензура. Еще один. Ждали, ждали, вот он и взял. О, какой. Тихо, тихо, сейчас все равно отпустим все. О. Да не надо. Все, плыви, спасибо. Плыви, говорю. О, молодец. Походу подлещик опять. Да. Тихо, тихо, ой, тихо, тихо. Хороший? Да. Так, подожди, подожди, подожди. Не, оставляй, оставляй так. Все, спасибо. О, какой. Иван, у Сани есть. Не спеши, не спеши. Не спеши. Где поплавок? Вытащи эту, Иван. У него рука занята. Вытаскивай, вытаскивай. Он в кусты ушел. Аккуратно, аккуратно, Сань, давай. Идет, идет. Блять. Не ругайся. Все, давай, пока. Лещ. Подлещик. Там такой выползок стоит. А нет. Спасибо. Я лечу. Отпустили. О, какой червяк. Червяк. Выползок. Это повод еще вернуться сюда, Сань. Это будет повод вернуться сюда. Иван, возьмешь сачок? Ну что вы делаете, пацаны?
А? Опять крапиву рукой. Ну тихо, тихо. Вот такой вот подлещик. Ага. О, все, спасибо. Ловим дальше. Сучок там. Да не надо, Саня, это фанера. Хотя не, нормальный. Да не, не надо, я так возьму. Иван? Вон какой. Лещара. Давай, друг, плыви.